Не покинуть у тяжкой ситуации. У регионе стартовала кампания «Мороз». На период низких температур Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» открывает пункты обогревания для людей без певного места жихарства и одиноко проживающих. Яны размещаются на базе у всех районных организаций товариства. Тут можно не только согреться. Работники «Червоного крыжа» обовязково пропонуют ежу и горячую горбату, так само забеспечить теплым оденьем. Без определенного места жительства граждан очень много, и те, которые нуждаются в питании, в теплой одежде, их достаточно много. Сейчас вот в этот короткий промежуток, пока у нас морозы, уже обратилось около 45 человек. Коли температура поветра опустится ниже за минус 15 градусов, у местах массового пребывания людей будут работать мобильные пункты обогревания. При минус 25 и ниже специалисты и волонтеры Белорусского товариства «Червоного крыжа» сами поедут до бездомных и будут раздавать им горячую ежу и одення.